курсе 19 мы с вами уже существенно продвинулись. Ну, во-первых, мы уже должны довольно осознанно построить практически любой интерфейс. До этого мы применяли разные макеты Kiwi. Конкретно в данном курсе мы с вами впервые применили ID, который мы ранее присваивали нашим классам, изучили номер, новый оператор root, научились отнимать пространство, то есть получается мы отняли вот это пространство, отняли вот это вот пространство и вот это, и выделили себе область. Кроме этого всего, мы с вами научились раскрашивать буквы при помощи MarCube. Значит, разметки, поняли ее синтаксис, и теперь можем изменять размер и делать буквы разных цветов. Вот здесь написано «Привет участникам школы Kiwi», то есть нашей школы. Вот. Значит, для тех, кто первый раз смотрит курсы, я всегда говорю, как найти данный портал, где эти уроки. Набираете простое spb-tut.ru, это сайт на Django, возможно, вас заинтересует. Далее нажимаете еще Python for Android. И здесь можно получить логин и пароль и научиться писать мобильные приложения, изучив один пакет, программы, игры, все что угодно. Спасибо.